Ваш вопрос относительно, способно ли это влиять на ситуацию, на стабильность, на безопасность в регионе? Ну, конечно, собственно говоря, на это все и нацелено. Как вы понимаете, о благосостоянии, благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии и самой Грузии как общности, на Западе думают мало. И примеров тому как раз много, и в других точках мира и света, там, где идет такое живое моделирование ситуации, так сказать, западными политтехнологами, в последнюю очередь думают, как будет жить там народ. Нужна сиюминутная история, нужна либо дестабилизация, либо сталкивание, стравливание, провокации, подтасовки, ну, все что угодно, для каких-то вот сиюминутных интересов. Поэтому да, к сожалению, это и имело, и имеет, и будет иметь влияние.